Был на послушании 3 года, такой избрал путь, молиться в развалинах Таманских 35 лет назад. Но так Господь устроил, что все равно Господь соединил нашего владыку с Таманами, и мы с ним тесно связаны. Мы почитаем его, любим, как родного отца. Для нас владыка Феогност и брат, и друг, и отец во Христе. Поэтому сегодня его день рождения, я хочу его вспомнить в этой обители. Мы молились за него и будем всегда молиться здесь, в нашей скромной обители. И здравицу для владыки Феогноста. Благоденственное, мирное житие, здравие и во всем благое поспешение подашь Господи Богу Твоему, высокопреосвященнейшему, митрополиту Феогносту, и сохрани его на многое и благая.